Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Миллионного пассажира компании «Базу Аэро» встретили в международном аэропорту Анапа. Образование, как оно есть. В Анапе подведены итоги в сфере образования. Первые елки собирают детей города-курорта. А сейчас обо всем подробнее. 24 декабря компания «База Аэро» сообщила об обслуживании миллионного пассажира в международном аэропорту Анапа с начала 2014 года. Такой показатель достигнут впервые за всю историю аэропорта. Со счастливым пассажиром, миллионным в этом году, познакомилась наша съемочная группа. Интрига сохранялась до последнего момента. Пассажиры рейса «Анапа-Москва» на регистрации оживленно переговаривались. Не каждый день в зоне вылета работают журналисты и операторы. Об акции «Миллионный пассажир» Мария не слышала. Искренне удивилась, что стала юбилейным пассажиром. Никогда не считала себя любимицей «Фортуны». Зато теперь точно знает, эта капризная особа порой подкарауливает в самых неожиданных местах. Миллионный пассажир в Анапу летает часто, к лучшей подруге и крестнику. Администрация аэропорта и представители авиакомпании поздравили Марию с получением почетного звания. Вручили грамоту, цветы, огромный торт и сертификат на обслуживание и перелет в бизнес-классе. Был восторг, неожиданности. Мне очень приятно, что я получила такую возможность летать в ваш прекрасный город с комфортом. Значительный рост пассажиров в 2014 году достигнут благодаря открытию новых направлений и увеличению количества рейсов в Анапу. Сегодня аэропорт обслуживает рейсы 24 авиакомпаний по 47 направлениям. Практически за эти 5-6 лет аэропорт Анапа сделал очень сильный рывок в плане того, что в первую очередь была выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы и всей инфраструктуры аэродрома, что позволило нам принимать воздушные суда иностранного производства, которым в основном сейчас оснащены российские компании. И это позволило нам расширить спектр услуг для авиакомпаний и привлечь все новых авиакомпаний на наши линии. И как результатом этой всей работы именно этот год прошел у нас прорывным. В наступающем году при поддержке администрации города приступят к строительству нового аэровокзального комплекса. В настоящее время уже проведено проектирование, оно заканчивается, и в следующем году, в середине года, начнется строительство нового аэровокзального комплекса, который позволит нам принимать еще большую пропускную способность пассажиропотока. Естественно, комфортные условия для пассажиров. Преодолеть планку в миллион пассажиров анапскому аэропорту удалось впервые. Аэропорт уверенно перешел в категорию тяжеловесов аэропортов-миллионников. В Анапе подведены итоги в сфере образования. Каким сложился год для выпускников школы, учащихся кадетской школы и совсем маленьких анапчан-дошколят, расскажем прямо сейчас. Кораблик детства у берегов Анапы в надежных руках. Сфера образования в городе-курорте развита на высоком уровне. Годовой бюджет на развитие системы образования – 1 миллиард 785 миллионов рублей. По всей стране дефицит мест в детских садах. В нашем городе проблему превратили в решаемую задачу. Год начался с открытия в Субсехе нового корпуса детского сада «Ромашка». Две группы по 20 ребятишек. В проекте еще один корпус. Эстафету садичного парада подхватили в Чимбурке. В детском саду номер 9 открыли новый модуль, куда с улыбками отправились 40 ребятишек. В новом садике будет интереснее ходить, чем в старом. Родители очень довольны. Все не верили своим ушам, когда мы говорили, приходите за путевкой. Программа выполнения увеличения мест в детских садах стала решаться просто семимильными шагами. Как сказал Сергей Павлович, для нас будет праздник, когда последний ребенок, нуждающийся в дошкольном учреждении, будет
принят детский сад. Теперь в Чимбурге очередь на детский сад полностью ликвидирована. Дополнительные корпуса строятся также в детских садах номер 42 и 32. Самое важное достижение – завершение строительства детского сада номер 4. Глава курорта Сергей Сергеев торжественно вместе с маленькими помощниками перерезал ленточку у двери в волшебную страну. И закипела жизнь для 250 малышей по-новому. Буду учиться, как надо ездить в танке. Я рада, что у меня открылся садик. Я буду играться в прятки, догонялки, игрушки. А вот в детском саду «Виктория» руководство творчески подошло к решению проблемы с нехваткой мест. Просторный музыкальный зал превратили в дополнительную группу. А для проведения мероприятий затеяли строительство зала во внутреннем дворике. Утеплили, сделали надежную крышу, пищеблок полностью переделали в детском саду. В краевом масштабе анапские школы уверенно держатся в лидерах. Попрощались со школьными партами в этом году 1615 девятиклассников и 641 одиннадцатиклассник. Кстати, в этом году за ЕГЭ анапчане не получили ни одной двойки. Звонки отзвенеть не успели, как в школах начался капитальный и косметический ремонт. Запахло не знаниями, а строительными материалами и краской. 1 сентября классы ждали своих ребятишек во всей красе. Провожаем среднего внука в первый класс. Нет, не жалко. Он у меня, как он говорит, я самый умный. Мы говорим, ну и будь умным всю жизнь. В школе номер 3 в Витязево сделали ремонт туалетных комнат, библиотеки и построили к пищеблоку склад для хранения продуктов. У нас школа растет. Количество учащихся увеличивается, значительно увеличивается. В прошлом году мы школу закончили в количестве 990 учащихся. Вот на сегодняшний день уже 1120. И возникает необходимость делать какие-то пристройки, создавать новые кабинеты. В этом году в школах Краснодарского края прошел единый день выборов и день самоуправления. Ребята выбирали лидеров. С 1 же сентября открылись 5 новых казачьих классов. Один из них в средней школе номер 5. Я очень хочу, чтобы из моего внука вырос хороший казак, чтобы он был достоин своих и деда, и прадеда. Впервые в этой школе открывается первый казачий класс. Когда мы написали объявление, подразумевали, что может быть 15, 17, 20 их зайдет. Но оказалось гораздо больше, даже чем сегодня мы набрали. Есть еще желающие поступить в этот казачий класс. Всего в Анапском районе 24 казачьих класса, в которых обучается более 500 детей. Красно-черная форма или якорь на погонах. У маленьких анапчан есть выбор. Кадетская школа в селе Пятихатки – это новое здание, колокол вместо привычного звонка на уроке и горящие глаза ребят, которые мечтают стать военными. Знамя кадетской школы имени Героя Советского Союза Старцинова внести равнение на знамя! Построили спортивную площадку с современным покрытием, оборудовали пищеблок, заменили плитку на плацу. Я сюда пришел, потому что я хочу быть настоящим офицером, и чтобы, если я здесь отучусь, то мне будет дальше уже легче куда-то поступить. Пример – это мой отец для меня, потому что хочу стать таким же, как он. Задачи для себя уже уяснил и выстроил. Не сразу и Москва строилась. Остановись! Равняйся! Смирно! Шагом! И уверенно зашагали с песнями в Новый год. Праздники начинаются не с календаря, а с настроения. Активисты города и депутат округа Вера Севрюкова организовали и провели предновогодний праздник для детей. Нарядили елку, водили хоровод и дарили подарки. Двор жилого дома по улице Протапова, 60, на время превратился в новогоднюю сказку. Для юных зрителей здесь развернулось красочное представление. Праздник стал настоящим волшебным событием для взрослых и детей. У нас всегда такая традиция на нашем округе, где я уже 15 лет депутатом. Всегда 24-25 мы готовим елку, приходит Дед Мороз, мы вместе веселимся, делаем подарки. Главным украшением праздника стала елка-красавица, наряженная блестящими шарой и игрушками. Вокруг нее ребята водили хороводы со сказочными героями, участвовали в конкурсах. Хочу всех жителей, всех детей нашего города поздравить с Новым годом и передать поздравления от Сергея Павловича, нашего главы. При его поддержке у нас в городе проводятся такие утренники, праздники. У нас возродились старые традиции –
очереди территориально-общественных самоуправлений. Мы теперь во всех дворах планируем и проводим праздники. Главное событие праздника – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый желающий маленький житель двора мог рассказать новогоднее стихотворение, спеть веселую песенку, а также поведать о своих желаниях дедушке. От организаторов праздника дети получили долгожданные подарки – игрушки на елку и хлопушки. Мы танцевали, рассказывали стихи, еще нам раздавали подарки. Новый год, он даже для взрослого волшебный праздник, потому что в серые будние дни не бывает волшебства. Я Новый год люблю и подарки люблю. Я даже Деда Мороза люблю. Последние годы добрая традиция отмечать праздники всем двором возрождается. Она помогает жителям одного дома не просто собраться вместе, чтобы отпраздновать какое-либо событие, но и познакомиться и подружиться. В память о новогоднем празднике у всех участников осталось отличное настроение и фотографии. 29 декабря новогодняя елка пройдет для детей в 12 микрорайоне. Менее недели остается до Нового года. Мы продолжаем ежедневную рубрику, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим праздником. Итак, с наступающим! Этот год для музея и для города был очень богатым на события. Безусловно, это 105 лет. В этом году нашему музею юбилей. 105 лет с того момента, как известный профессор Веселовский основал на территории вот Анапы первую комнату древности. И вот с этого и пошел отчет. Ну, большая дата, можно сказать. Вторая дата, наверное, она важна очень и для всего Кавказа, и для всей России. 185 лет назад в городе Адрианополе был подписан мирный договор между Турцией и Россией, по которому Анапа переходила в вечное пользование Российской империи. Уважаемые анапчане и гости нашего города, от имени Анапского археологического музея спешу поздравить вас с наступающим 2015 годом. Мы живем, наверное, в самом прекрасном городе России. Город, пропитанный историей, город, пропитанный страданием. Ведь не зря 4 года назад указом президента нашему городу присвоено звание «Город воинской славы». И мы должны гордиться и любить его. Ну а всем вам Анапский музей желает, конечно, огромного здоровья и мирного неба над головой. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В пятницу 26 декабря в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-11, ночью до 9 градусов тепла. Ветер переменный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.